А что комментарий вообще? Счет Александр за себя. Хотя Нустанский делал акцент на том, что Краснодар для нас непростая команда, мы до сих пор у нее ни разу не выиграли. Хорошо, как бы. А что, мы 4 дома проигрывали. Да. У нас всего 2 ничьи против них. А делал акцент на неуверенном судьи, на действии судьи. Долго парень не судил. Попросил, чтобы они помогли. Но, к сожалению, первый гол пропустили. Стали административно что-то там отсудировать. Судья, потому что фол на центре поля. Мы доиграли эпизод, получили первый гол. Говорил, что Краснодар начало матча начинает очень мощно. Если первые забьют, то нам будет очень сложно. Потому что быстрая атака, быстро выходит в отрыв. В общем-то, на этом мы попали. Второй гол не доиграли стандартно, а два как следствие. В атаке что-то получалось, но завершение. Пожалуйста, вопрос, Антон. Василий Владимирович, первый матч с подвальным руководством команды провела очень здорово. Набрала очки, первую победу держала. Сейчас вот второе поражение подряд. Немножечко функциональный вот этот подъем, который был, он сейчас немножко пошел вниз. Не функциональный, это психологически, но это обычно, да, там, когда меня тренер, там, эмоции закончились. Сегодня нужно играть. Ну, играть. Потом у тебя команда выглядела здорово физически. Физически, да, и но я не думаю, что мы сегодня хуже были Краснодара. Просто мы развалились в обороне, у нас в обороне совершенно ничего не получалось. Я могу даже дать гарантию, что если мы возьмем анализ игры, там, физической активности игроков наших и Краснодара, я не думаю, что мы там уступили в беге. Мы уступили в контроле мяча, мы с мячом не очень хорошо играем. А без мяча мы очень много бегаем. Почти в каждой игре мы больше соперника набегаем, к сожалению, это не воплощается. Мы с «Зенитом» больше бегали. Просто нам «Зенит» 3 забил, а мы 0 забили. Сегодня то же самое, мне кажется, будет. Первый тайм играли достаточно равно. И, наверное, была бы такая борьба, кто кого, можно так сказать. Но в связи с тем, что быстрый гол мы забили, поэтому мы контролировали ситуацию в первом тайме. И хотя и опасных моментов мы не так создавали, как хотелось бы. На втором тайме более увеличили темп и опять же забили быстрый гол с стандартного положения. Ну и в дальнейшем забили очень важные мячи, которые сразу же оказались решающими, то, что соперник практически ничего там нам не создавал, кроме за исключением вот этого момента, когда мяч попал в перекладину. В целом, я думаю, играли заслуженно, выиграли, играли хорошо, но, конечно же, эта пауза, которая была сейчас, я думаю, что она все равно сказалась на действии игроков, на то, что на взаимопонимание между игроками, потому что мы в таком сочетании выходили впервые и мало работали. Из-за этого в первом тайме было очень-очень много браков в передачах. Ну и, конечно же, то, что я сказал, вот эта пауза, она все равно дает о себе знать. Но во втором тайме уже мы уже более играли точно, меньше было потерь мяча. Поэтому и забили 3 гола.